друзья, это очень крутое событие. Это крутейшее фитнес-мероприятие с участием популярнейших блогеров и фитнес-блогеров. Крупнейший глобальный проект. Российский фитнес-ритейлер Neoten сегодня открыл Fitness Place. Это место, где представлены тысячи тренажеров, электроники, множество тренеров. Все, что связано с фитнесом, с поставкой, обслуживанием тренажеров. И здесь я увидел многих фитнес-блогеров: Дениса Саратова, Павла Павича, Дениса Гусева, Алексея Столярова, Юрия Спасокоцкого. И здесь произошла легендарная заруба в глазном давлении между в силе глаза, в силе взгляда между Дмитрием Мишанькиным и Юрием Спасокоцким, а также между Юлией Спасокоцкой и блогером Асей. Дмитрий Шанькин, трехкратный чемпион мира по фитнесу по версии IFBB, чемпион Арнольд Классик по классическому бодибилдингу. Он родился 8 сентября 1977 года в Казани. Он не только спортсмен, но и популярный фитнес-блогер. Дмитрий проводит турниры по бодибилдингу и считается влиятельной персоной в сфере фитнеса. Ваш покорный слуга Юрий Спасокоцкий, чемпион мира ВАБА по классическому бодибилдингу и по бодибилдингу в парах. Также чемпион Европы ВФФ по классическому бодибилдингу и бодибилдингу в парах. Рекордсмен России в подъеме на бицепс АСМ «Витязь» и победитель поединка Vortex Battle. Родился 31 июля 1975 года в Киеве. Мои первые поединки с Дмитрием проходили на тайских каникулах, где Дмитрий победил меня в такой дисциплине, как тяжелая атлетика. В свою очередь на тайских каникулах мне удалось превзойти Дмитрия в соревнованиях по силе хвата. Однако эти соревнования проходили в неравных условиях и не являлись показательными, ведь я не имел подготовки в тяжелой атлетике, а Дмитрий не тренировал силу хвата. 13 марта 2020 года наконец между нами произошла битва в равных условиях. Все произошло в Москве в торговом центре Каширский двор на открытии глобального фитнес-проекта Fitness Place. Проект открывал крупный российский фитнес-ритейлер Neoten, дистрибьютор мировых брендов тренажеров. Это было очень значимое событие в сфере фитнеса, и поэтому туда были приглашены все самые популярные фитнес-блогеры. Приглашение получили Денис Гусев, Дмитрий Шанькин, ваш покорный слуга Юрий Спасокоцкий и более молодое блогерское поколение Алексей Столяров, Павел Бабич, Денис Саратов. А ты готов принять вызов, так сказать, один на один? И тут неожиданно мы с Дмитрием приняли участие в конкурсе «Противостояние взглядов». Суть этого конкурса очень проста. Противники синхронно выполняют упражнения, совершая давление взглядом друг на друга, глаза в глаза. Как это происходит на взвешивании бойцов ММА? Допускаются различные техники психологического воздействия, гипноз, шокирующие крики и тому подобное. Проигравшим считается участник, который будет вынужден улыбаться, смеяться или отведет взгляд в сторону. Битва прошла в очень тяжелой борьбе. Первый раунд спортсмены стояли в планке, буравя друг друга тяжелым взглядом. Дмитрий применил очень редкую шаолинскую технику шокирующей психической атаки. Он корчил очень страшные рожи и рычал, практически додавив меня до поражения. Признаюсь, я почувствовал, что нахожусь на волоске от проигрыша. Но в последний момент я в отчаянии применил серию приемов под названием «Безумный танец грудных мышц». Не ожидавший такого поворота, Дмитрий дрогнул и заржал. Физкультура лечит. У вас будет задание посложнее. Вам нужно будет встать в планку и также смотреть друг другу в глаза, не отводя их и не улыбаясь. Готовы? Обычный план, куда? Да, глаза лицом к другу. Итак, первый раунд стартует. Глаза в глаза. А, вот так хотите? Хорошо, я бы никак не встал. Итак, глаза в глаза. Никто не улыбается. Первый раунд. 3, 2, 1. Поехали. Представляю, как это выглядит со стороны. Ох, ты ж, Дмитрий. Какой суровый взгляд. Нежными ли. 1-0! Подожди, это только начало. 1-0. Так, следующий этап. Нужно будет сделать эту сидящую собаку, или как это называется? Какая?
А, стульчик. Хорошо. Итак, второй раунд. В стульчике то же самое. 3, 2, 1. Бой! Во втором раунде борьба пошла в статической позе стульчик. Соперникам было предложено снова скрестить взгляды. Скажу честно, что смотреть в глаза Дмитрия, который в этот момент всячески тебя провоцирует потерять самообладание, нелегкая задача. К тому же организаторы турнира включали смешную музыку, что делало битву взглядов поистине забавным шоу. В отчаянии, пытаясь не заржать в голосину, я начал применять гимнастику Тайцзи Цюань, чтобы хоть как-то продержаться еще несколько секунд. Увидев 100-килограммового Спасококотского с техниками панды кунг-фу, Дмитрий не удержал улыбки и сдался. Любишь ты Алешку больше, чем меня, Алешки, ты вздыхаешь зря, Алешки, все никто твои не колется, а? Мечты, только Сереге позвонил. Никто не колется, посмотри-ка. Отлично, друзья, ваши аплодисменты, парни, ну вы. Классно, когда физически здоровые люди и выглядят хорошо, и могут повеселиться на сцене. Спасибо вам огромное, будьте здоровы, спасибо, что сегодня вы вместе с нами. Так, ну что, мы будем... Подозреваю, что мой противник любезно подарил мне победу, учитывая, какое давление он оказывал на меня в течение дружеского матча. Я надеюсь, мы продолжим серию наших спортивных поединков, поиграем в бадминтон или побоксируем. Надеюсь, в комментариях вы напишите, какие виды спорта нам выбрать в следующий раз. Итак, Дмитрий, что вы чувствовали? Я видела, музыка вас очень волновала. Это было сложно. Это было практически невозможно. И я хотел бы справиться, но воспоминания, которые навевала мне музыка, не давала мне сохранить каменное лицо. Слишком нежные воспоминания. Слишком. Следом за нами взгляды скрестили две прекрасные девушки, Юлия Спасококотская и Ася Мирова. Им было предложено приседать с гантелями в длинных платьях и на высоких каблуках, глядя друг дружке в глаза. Им тоже включали очень смешные мелодии. Девушки сделали, наверное, сотни приседаний, но ни одна так и не сдалась. Поэтому была объявлена боевая ничья и наградили обеих красоток. Первый раунд. 3, 2, 1. Бой! Выпьем за любовь. Глаза в глаза. Как блестят сейчас. А где же злое лицо? Юля, в глаза, надо смотреть. Юля, в глаза. Что добрый сказки ходит в дом. Ты смотри, какие суровые взгляды, а? Любой бы мужчина, наверное, уже заулыбался, как дурачок. Потому что весна играется. Нет, Андрей. Так, мы усложняем задачу. Ни Юля, ни Ася, никто не хочет сдаваться. Нет, Андрей, ну где ты был? Ничего, у нас есть время до 18:00. Хоп, мусорок, мишенье, срок, машина, зиггера и колочку сломала. Никто не колется, что ж такое-то? Спасибо вам за участие. И фитнесом позанимались, и удовольствие получили. А гантели мы оставим себе. Извините, это мои личные. Спасибо вам. Так, слушайте, ну, девушки у нас непробиваемые с серьезными взглядами. Друзья мои, на этом мы заканчиваем наше видео. Я приглашаю вас принять участие в моем онлайн-проекте, где в течение месяца я буду заниматься вашим жиросжиганием, либо наращиванием мышечной массы, курировать весь процесс. Если вам интересно, почитайте в описании к видео вся информация. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Пока! I'm sitting down for the beat of one.
wanna be the one to walk.